Ужас, ужас. Человек лежит под больной, его машина сбила. Добрый день. Вот неделю лежит под забором человек. То, что там принесет ему покушать. Он не может ходить. Больной. Звонили в службу спасения 911. Сказали, пришлют, что-то сделают. Но до сих пор никого нет. Прошу вас, не дайте помереть человеку. Примите меры. Поселите или куда-то определите этого человека. Сослов, благодарю. Сослов его зовут? Сослов его зовут Владимир. Он 62-го года рождения, из Саратовской области. Документы утеряны. Благодарю. Какой адрес? Лежит он на Армавирской.